Здравствуйте. Меня зовут Тягина Лолита, мне 19 лет. Обучаюсь в Тверском технологическом колледже на дизайнера интерьера. Сколько себя помню, всегда увлекалась творчеством. И с 10 лет профессионально занимаюсь рисованием, в котором не устаю совершенствоваться и сегодня. В свободное время немалое внимание уделяю занятиям в тренажерном зале, а также прогулкам с любимой собакой. Очень люблю готовить, а также читать книги разных жанров. В этом году решила принять участие в конкурсе «Мисс Тверь», так как для меня это станет выходом из зоны комфорта и приобретением нового и бесценного опыта в сфере красоты, в которой я стремлюсь развиться.